Товарищ министр обороны. Ну, светло. Не, ну они едут с общим. Покажу весь технологический процесс, все котельные видеть в автоматическом режиме. Мы видим, что работает котел, в резерве котел, и все котлы у нас стоят в полном 100% резервировании. После этого насоса не подается в резервуары отстойники. Это 7 резервуаров синего цвета, доставляет его в снегоплавильные установки. Здесь здесь происходит окончательная очистка воды, сагрегационная от органических примесей. И вода уже готова полностью к употреблению, поступляет. Помимо того, что еще водопровод противопожарный проходит по всему территории военной базы. Верно. Товарищ министр обороны Российской Федерации, начальник радиотехнических войск первой дивизии. Выделяю вашему вниманию принципиальную схему. У нас трассовый радиолокационный комплекс. Его можно наблюдать слева на вышке под куполом радиопрозрачного устройства. Далее радиолокационная станция дежурного режима РЛСП-18. Сегодня материалы.